Всем привет! Сегодня приготовим вот такие вкусные и сочные чебуреки. В 500 мл воды добавляем 1 столовую ложку растительного масла, пол столовой ложки соли и 1,5 чайной ложки 9% уксуса. Все хорошо размешиваем. Добавляем воду к 1 кг просеянной муки и замешиваем мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Сначала замешиваю тесто ложкой, затем вымешиваю тесто руками. После того, как тесто вымесили, собираем его в шар и убираем в пакет. Даем тесту отдохнуть при комнатной температуре 30 минут. Подготовим начинку. 600 грамм мяса пропускаем через мясорубку вместе с одной луковицей. В фаршу добавляем черный молотый перец и соль по вкусу. Вливаем ледяную воду, примерно 50 или 100 мл. Хорошо вымешиваем фарш. Берем тесто и скатываем его в жгут. Разрезаем на порционные кусочки. Каждый кусочек теста подкатываем в шар. Кружочки теста накрываем полотенцем, либо пакетом, чтобы тесто не обветрилось. Формируем чебурек. Рабочую поверхность смазываем небольшим количеством растительного масла. Берем один шарик теста и тонко его раскатываем. Затем на одну часть теста выкладываем немного фарша, разравниваем. Накрываем второй частью теста. Закрепляем края. Я использую вилку, можно использовать и специальный рельефный нож. Так формируем все чебуреки. На сковородку наливаем примерно 1 см растительного масла. Немного его нагреваем. Выкладываем чебурек и обжариваем до золотистости с одной стороны. Затем переворачиваем и обжариваем до золотистости вторую сторону. Выкладываем готовые чебуреки на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Чебуреки готовы. Вот такие румяные, сочные, а главное очень вкусные чебуреки получились. Попробуйте приготовить. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. Всем пока!